Эммануил Виторган и Ирина Млодик уже долгие годы живут в трехэтажном особняке в центре Москвы. Аренда дома составляет 2,5 миллиона рублей в месяц. Тут же, в особняке, супруги устраивают творческие вечера с участием многих известных личностей. Однако доходов от продажи билетов не хватает, чтобы оплачивать аренду. Супруги заняли деньги у друзей, чтобы сохранить жилье. Ирина Млодик рассказала, что они до последнего стремились решить проблему своими силами, но в итоге справиться не смогли. Кстати, у звездной пары две дочери. Этель появилась на свет, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене 56 лет. А вот вторая дочка Виторганов, Клара, родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей.